Друзья, я приехала. Говорю пока плохо, потому что у меня полфейса. Я не чувствую. Вот нижнюю губу. Я не чувствую вообще. От слова совсем. Сделали все хорошо, быстро. И у меня была колоссальная группа поддержки. Она состояла из двух человек. Любимка и со мной решил поехать мой сын. Поддержать. А я реально не могла даже там слово «ой» сказать. Потому что, чтобы во избежание, короче, не хотела напугать ребенка чем-то. Хотя он ничего не боится. Я все. Жива, здорова. Еще один зуб надо в дальнейшем, но это следующая неделя. И щель между зубами от погрызания семечек. Мне и стоматолог сказала сразу: «Это что, любитель семечек?» Говорит, покупайте без такие очищенные и грызите. Я говорю, да, это в прошлом было.